К другим темам. В 2022 году жители других регионов страны регистрировали свои права на недвижимость в Тверской области в 3 раза чаще, чем жители Верхневолжья, права на недвижимость, расположенные за его пределами. Так, в управление Росреестра из других объектов поступило более 10 600 заявлений. Это в 3 раза больше, чем количество документов, принятых в Верхневолжье на регистрацию недвижимости, расположенной на территории других субъектов. Таких заявлений по итогам 2022 года составило всего 3400. Стоит отметить, что наши земляки по-прежнему чаще всего оформляют право на дома, квартиры и участки, расположенные в столице и Московской области. И наоборот, из этих же 2 регионов поступает основное количество заявлений на регистрацию недвижимости, расположенной в Тверской области.